сейчас я нахожусь на одном из аукционов, это аукцион Insurance в Америке. Значит, здесь занимаются машинами подбитыми, битыми, перебитыми, которые были в ДТП, которые утонули, которые еще что-то с ними случилось. В общем, машинами не целыми. И это как раз именно тот рынок машин, который больше всего интересует наших украинских покупателей в связи с чем. Потому что машины здесь на самом деле копеечные, они не стоят очень много денег, но в чем заключается проблема купить машину здесь на аукционе? Для того, чтобы понять, насколько машина будет вам интересна, вы должны по фотографии понять, какие у нее повреждения, сколько вам примерно будет стоить починить ее в Украине и потом за сколько вы можете ее продать. Сделать зачастую это очень сложно и, как правило, появляется очень много людей, которым говорят: слушай, ты вообще не парься, я этим занимаюсь много лет, вообще без проблем, мы тебе выберем, доставим, будет все супер-пупер. Значит, я хочу немножко развеять этот миф. Сейчас я приехал на аукцион сюда, этот аукцион находится в Чикаго, недалеко от Чикаго. Значит, здесь есть огромная площадка этих всех машин, и сейчас вот я походил, посмотрел, как они все выглядят и в каком они виде. Хочу вам сказать, ребята, что на самом деле очень сложно купить что-либо здесь в нормальном состоянии, потому что машины здесь действительно есть очень сильно побитые, есть машины слегка подбитые, но для того, чтобы все это понимать, надо это увидеть собственными глазами. Как, во-первых, здесь их грузят, как к ним здесь относятся, и вообще вы должны понимать, что для американцев подобные машины — это уже расходный материал, и они их больше не интересуют. Как правило, эти машины все уходят на экспорт. Очень редко, когда здесь что-то покупают для себя, ремонтируют и ездят на нем, потому что все эти машины, которые были уже один раз в ДТП в Америке, они все имеют отметку в документах о том, что они были в ДТП, следовательно, цена их значительно ниже, и как люди, как правило, с этим не связываются и не покупают здесь машины, и дальше их не эксплуатируют. Все эти машины отъезжают по разным странам, в том числе и в Украину. Значит, что важно понимать и знать? Во-первых, не ведитесь, если вам кто-то говорит, что он приедет лично и проверит эту машину здесь прямо на аукционе, что он под нее полезет, посмотрит, насколько она бита. Максимум, что вы, на что вы можете рассчитывать, это за, я не знаю, за 100, за 150 долларов нанять такого себе эксперта, который может походить здесь по площадке, пофотографировать ту или иную машину, которая вас заинтересовала на сайте, просто сделать вам больше фотографий, по которым вы опять же должны будете оценить, насколько она вам интересна. Это все, на что вы можете рассчитывать. Никто сюда не может попасть так, чтобы нормально эту машину поднять, посмотреть, пощупать до тех пор, пока эта машина не будет куплена и не вывезена за вот эти ворота, за которыми я нахожусь. По поводу того, в каком машине состоянии, как они здесь хранятся. Машины здесь хранятся не в очень хорошем состоянии, то есть вы должны понимать, что здесь и палящее солнце, здесь и дожди, машины отчасти все побитые. В лучшем случае они заклеены какой-то пленкой, если речь идет о разбитых окнах, но в большинстве своем они просто стоят под открытым небом, с открытыми багажниками зачастую, окнами и прочим. Поэтому лучше, конечно, выбирать машины где-нибудь в сухих штатах, где машину не заливает до того момента, как вы ее купите. Лучше выбирать машину, конечно же, по фотографиям, которая не совсем сильно побита, не с разбитыми окнами, потому что вы можете попасть на ремонт салона, и вообще вот так это все происходит, вот так это грузится. И вообще лучше, конечно, это все же доверять людям, которые имеют с этим дело. Все станет ясно только тогда, когда машина приедет к вам в Украину, вы ее достанете с контейнера, вам ее вывезут за пределы порта, и только тогда вы сможете реально оценить, насколько эта машина будет вам стоить в ремонте. Только так, никакого другого пути нету. Более подробно по ценам на аукционах. Сейчас я нахожусь на аукционе, это Insurance, значит, здесь продаются только исключительно битые машины. По битым машинам, что важно знать для того, чтобы их покупать? Значит, важно понимать, что вы покупаете кота в мешке, вы покупаете машину на сайте исключительно по фотографиям. И для того, чтобы оценить ту или иное повреждение на машине, вам надо быть очень классным специалистом, либо обращаться к людям, которые в этом соображают. Значит, я пошел по второму пути, мне подобрали машину в интернете, которую я купил, вот этот вот Mitsubishi ISX. Это машина 2013 года. И на примере этого автомобиля я вам сейчас расскажу, сколько вам что будет стоить. Значит, эту машину я купил через интернет и был готов за нее заплатить не больше, чем 4500 долларов. Машина 2013 года. В итоге мой лот сыграл, и это видно было в интернете на момент покупки, это было 3 дня назад, за 3600. Вот эту машину я купил за 3600 долларов 2013 года. Сейчас я вам покажу, что в ней бито, как она выглядит, и расскажу подробно, сколько она в итоге станет мне в Украине, когда я ее туда привезу в Одессу. Значит, машина ударенная только с одной стороны. У нее был ударен, по фотографии было видно, у нее был ударен бампер только вот с этой стороны. И, в принципе, это были все ее повреждения. Значит, у нее был статус
хороший кондишн, хорошее состояние. И действительно, из того, что я видел здесь на живую, из того, что я видел по фотографиям, это полностью совпало. У нее стоит докатка. То есть в момент того, как она попала в ДТП, у нее просто пробито было колесо. То есть это колесо лежит вот здесь, это можно сразу увидеть, что на самом деле ничего страшного не было. Вот есть разорванный кусок резины, и колесо тупо спустило. Поэтому поставили докатку, чтобы просто ее довести. Все барахло по машине, ключи и прочая фигня с домкратом, все лежит здесь, все на месте. Значит, машина заводится, на ней можно прямо сейчас ехать, но есть один нюанс по поводу того, какие варианты доставки у вас есть. Значит, давайте по ценам. Для того, чтобы эту машину доставить в Одессу, что необходимо знать? Машина вышла мне 3600. Раз. Машина, чтобы забрать с аукциона, надо оплатить услуги аукциона. Вот у меня есть бумажечка, где расписаны полностью все суммы. Вот, значит, цена машины, это 3600, и вот все таксы и все сборы, которые мне надо заплатить аукциону. Итого цена для того, чтобы забрать с аукциона, составляет 4439 долларов. Отнять цену машины можно с учетом всех этих налогов и понять, что аукционом мы платим примерно за эту машину 600 долларов. Цена будет варьироваться в зависимости от цены вашей машины, которую вы выберете другую. То есть на каждую машину это будет своя цена, но ценообразование, в принципе, вы можете понять на примере этой тачки. Значит, забрать ее стоит 600 долларов с аукциона. Теперь доставить ее. Машина будет доставлена в Нью-Джерси, оттуда она поедет в контейнере на паром, будет стоить 400 долларов. Отсюда я нахожусь в Чикаго. С другого аукциона это было бы дороже или дешевле, в зависимости от того, где вы ее выберете. Чем ближе к Нью-Джерси, тем меньше цена. Можно найти очень близкий аукцион, цена в доставке будет порядка 200 долларов. Теперь, для того, чтобы доставить машину в Одессу, это стоит 550 долларов, для того, чтобы она отъехала в контейнере. Плюс 550 долларов. Добавили. Теперь, пришла машина в Одессу. Для того, чтобы ее разгрузить в Одессе, это уже наши таможенники одесские берут, 350 долларов, это официальная цена, для того, чтобы вытащить ее с контейнера. Дальше начинаются платежи исключительно согласно законодательству Украины, которые учитывают объем двигателя, год и т.д. и т.п., оценочную стоимость. То есть все эти платежи официальные, вы можете посмотреть на массе калькуляторов в интернете, на Авторио или еще где-то, есть куча калькуляторов, на сайте Автоэнтерпрайз есть калькулятор, где вам просчитают, согласно объему двигателя и году машины, сколько это будет стоить. Эта машина примерно обойдется мне в растаможке 2000 долларов. Вот и складывайте всю математику, плюс эту машину я везу сам, я ее купил, я никому ничего не плачу. Вам же будет за эту машину примерно услуги компании по доставке примерно 500 долларов. 500 долларов это всего-навсего та сумма, которую компания зарабатывает для того, чтобы привезти вам эту машину. Поверьте мне, сами вы это провернуть не сможете или сможете только находясь в Америке. И если вы имеете каких-то друзей, знакомых, у которых есть доступ на аукционы, которые есть у меня, то есть все равно вам это не выйдет дешевле. 500 долларов для того, чтобы не морочиться, это небольшая сумма. Данная тачка, состояние, вы можете ее посмотреть, она полностью заводится, на ней можно ехать. То есть машина заводится, она едет, она... Это коробка-автомат, это двухлитровый бензиновый двигатель. Вот. Здесь есть все ключи полностью, есть сервисная книжка для машины. Все есть. Значит, машину эту, конечно, я не выбирал сам, мне помогли ее выбрать с точки зрения того, что по фотографиям я бы не определил бы, насколько сильно она ударена или не ударена, но когда я здесь фактически, физически нахожусь, то можно увидеть, что машина, в принципе, в нормальном состоянии, ее надо только помыть, здесь все целое, стекла целые, все целое, салон весь целый. Машину не курили, то есть машинка нормальная. И в итоге эта машинка вам станет меньше, чем за десятку в Украине 2013 года. Значит, машина не крашеная, вы видите, что ей необходимо будет сделать только небольшой ремонт бампера. В принципе, здесь не надо будет влаживать больших денег для того, чтобы ее починить. Здесь крышка багажника вот эта, я думаю, что это можно рифтануть, я не знаю, я не соображаю, но я думаю, что вот это можно решить. Вот эту фигню просто заменить, это этих бамперов у нас найти на такую машину не проблема. Бампер, она такая же, как это делать от европейцев, ничего страшного нет. Ставите новый бампер, меняете колесо, колесо тупо вы берете, заклеиваете, вам даже не надо менять резину. И ездите на машине, машина огонь. Больше ли ничего не побито, больше ли ничего не разбито, машина полностью целая. И будете кайфовать на ней, ребята. То есть, еще раз вернемся к моментам по поводу покупок. Самому сделать это нереально. Для того, чтобы купить эту машину самому, надо приехать сюда лично, зарегистрироваться на аукционе, заплатить кучу сборов и налогов. То есть, регистрация и участие в аукционе стоит денег. Вы не можете просто так купить это по интернету. Следовательно, надо кого-то просить. Просить своих, как обычно, дороже. Позвоните своему знакомому, который может это сделать, в итоге выйдет вам дороже. Все цены я вам расписал, все цены актуальные, не меняются. Если вы хотите на сегодняшний день понять, какая же цена будет для вашего автомобиля, ниже под видео я оставляю ссылку, заходите, есть калькулятор.
калькулятор, который вам все это дело просчитает, и эти цены будут актуальны. Либо же звоните по телефону, указанному внизу, либо, ребята, не покупайте здесь, покупайте в любом другом месте, но знайте, как это все происходит, и будьте готовы к тому, что вас ждет. Машинки я вам показал, какие на аукционе, процедуру вы все видели, погрузку вы видели, поэтому думайте дважды, смотрите, учитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, до встречи, пока!